А время present continuous мы используем, когда действие происходит сейчас, now, или же в настоящий момент. Это фраза at the moment. Я смотрю это видео сейчас. I am watching this video now. I'm watching this video. Поэтому просто по умолчанию будем использовать без now. Now можно добавить для усиления, но это, в принципе, не обязательно. I'm watching this video. Я слушаю тебя. I'm listening to you. Я стараюсь понять это. I'm trying to understand. I'm trying to understand it. Я смотрю на этот слайд. I'm looking at this slide. Я сижу на стуле. I'm sitting on a chair. Точнее, в кресле. Я сижу в кресле. Сидеть в кресле – это sit in an armchair. Я сижу на диване. I'm sitting on a sofa. Я сижу дома. I'm staying at home. Мы думаем об этом сейчас. We are thinking about it. Ты анализируешь это очень тщательно. You're analyzing it very thoroughly. Они ждут тебя. They're waiting for you. Мы готовимся к очень сложному экзамену. We're preparing for a very difficult exam. Ты рассматриваешь разные возможности. You're considering different opportunities. Они живут на эти деньги. They're living on this money. Он ждет тебя. He is waiting for you. Он разговаривает по телефону. He is talking on the phone. Он плавает в озере. He is swimming in the lake. Он плавает на море. He is swimming in the sea. Он плавает в реке. He is swimming in the river. Он плавает на океане. He is swimming in the ocean. Она пишет этот отчет. She is writing this report. Она исправляет свои ошибки. She is correcting her mistakes. Она проверяет его работу. She is checking his work. Это происходит. It's happening at the moment. Значит, now – это сейчас. А прямо сейчас будет right now. Или, например, это происходит прямо сейчас. It's happening right now. Значит, rain – это глагол. Получается, it's raining. И snow – это глагол. It's snowing. Идет, соответственно, снег сейчас. Они проигрывают. They're losing. Мы выигрываем. We're winning. Я читаю это письмо. I'm reading this letter. Я читаю это сообщение. I'm reading this message. Или я читаю этот email. I'm reading this email. Я пытаюсь понять это. I'm trying to understand it. Идет дождь. It's raining. Я думаю об этом. I'm thinking about it. Это происходит в настоящий момент. It's happening at the moment. Я стараюсь сконцентрироваться. I'm trying. Я пытаюсь изменить это. I'm trying to change it. Я разговариваю по телефону. I'm talking on the phone. Мы рассматриваем различные возможности. We're considering different opportunities. По умолчанию используем слово opportunities. Значит, давайте поработаем, пока я не.
Это I'm not plus ing. Я не отрицаю это. I'm not deny it. Я не отрицаю этот факт. I'm not deny this fact. Я не слушаю это. I'm not listening to it. Я не смотрю на них. I'm not looking at them. Я не говорю это прямо. I'm not saying it directly. Я не пытаюсь скрыть правду. I'm not trying to hide the truth. Я не сижу дома. I'm not staying at home. Я не ищу это. I'm not looking for it. Я вовсе не испытываю каких-либо трудностей. I'm not experiencing any difficulties at all. Я не испытываю каких-либо проблем вовсе. I'm not experiencing any problems at all. Я не преувеличиваю это. I'm not exaggerating it. Тогда мы просто добавляем в отрицание aren't plus verb plus ing. Соответственно, мы не преувеличиваем это. We aren't exaggerating it. Мы не игнорируем это. We aren't ignoring it. Мы не жалуемся об этом. We aren't complaining about it. Ты не слушаешь меня. You aren't listening to me. Ты не пытаешься понять это. You aren't trying to understand it. Они не становятся богаче. They aren't becoming, или также можно в этом контексте getting, богаче, richer. Они не ждут его. They aren't waiting for him. Они не конкурируют друг с другом. They aren't competing with each other. То у вас, видите, isn't, и далее глагол plus verb plus ing. Также. Он не смеется над этим. He isn't laughing at it. Она не улыбается ему. She isn't smiling at him. Он не умирает. He isn't dying. Она не шутит. She isn't joking. Или же есть второй вариант. She isn't kidding. Там я не шучу. I'm not joking. Далее. Он не редактирует этот документ. He isn't editing this document. Она не редактирует этот отчет. She isn't editing this report. Он не объясняет это достаточно ясно. He isn't explaining it clearly enough. Объяснить что-то кому-то. Something to someone. Он не объясняет нам это достаточно ясно. He isn't explaining it to us clearly enough. Она не говорит очень быстро. She isn't speaking very fast. Он не ждет тебя. He isn't waiting for you. Значит, обвинять будет accuse. Обвинение. Accusations. Она не отрицает эти обвинения. She isn't denying these accusations. Он не отрицает те обвинения. He isn't denying those accusations. Не идет снег. It isn't snowing.
Не идет дождь. It isn't raining. Это не становится более дорогим. It isn't getting more expensive. Это не становится дешевле. It isn't getting cheaper. Это не вдохновляет меня. It isn't inspiring me. Это не мотивирует меня. It isn't motivating me.